Привет всем! Это видео продолжает тему старинных карт, где указана Россия. Подобные видео создаются просто чтобы противостоять историческим фейкам. Ну а ссылки на карты я, конечно, оставлю под видео. Ну что же, начнем. Это карта Фра Маура 1459 года. На севере карты видим надпись «Россия». Видим и соседи Руси. Это Финляндия и Литва. А сама же Россия на карте указана несколько раз. Карта 1513 года. И здесь мы можем увидеть хорошо читаемую запись «Русия», «Альба» или «Русь Московская». «Альба» означает «Белую Русь». Название «Белая Русь» очень часто меняло свою географическую локацию. Немного западнее мы можем увидеть еще две записи о России в районе Поднепровья, которая находилась по соседству с поляками. Кстати, очень часто на карте попадается княжество Подолье, которое, судя по всему, попало на карты значительно раньше Украины. Следующая карта тоже датирована 1513 годом. Она известна как карта Вальдемельора. При приближении карты мы можем увидеть запись «Русия Альба». Эта запись тянется от Поднепровья до европейской части современной России. А это уже морская карта 1516 года. На севере карты видим крупными буквами запись «Русия». Южнее видим запись «Московия» или просто «Москва». И что интересно, восточнее Москвы указана Великая Булгария. Хотя на тот момент такого государства уже не было. Немного северо-западнее, в районе Поднепровья, видим еще одну запись «Русия». Видим и соседи Руси. Это Крымское ханство. И поляки. А это карта португальского картографа Диова Хамема, датирована 1563 годом. На его карте тоже указана Россия. Причем указана явно с ошибкой. Хотя Россия и обозначена на севере. Но находится она где-то в районе Западной Литвы. При этом нигде записи о Руси на карте больше нет. Следующая карта Вишера Николауса 1652 года. При приближении мы можем увидеть запись «Россия». Также на карте очень хорошо читаются такие города, как Вологда. Ну и, конечно же, Москва, которая указана как «Московия». Карта 1700 года. Тут уже видно значительно больше городов Руси. Это и Владимир, и Великий Новгород, Белгород, Рязань, ну и Москва, само собой. На этом у меня все. Всем пока!